Спокойнее коньком. Почему не щиток? Тесно. Недоумение. На правильном движении. Оранжевый микрофон. Ну что, я же ни рукой, ни ногой. Голову нельзя забивать. А, понимаешь, была мечта, она свершилась, но волны засчитали. В целом остался доволен, что лично своим. Ну, не разочаровался, как бы более-менее так. Конечно, думал, что будет хуже. Но спасибо команде, помогли очень здорово, подбодрили, подсказали тренерам. Когда играете в футбол, часто получается головой забить? Ну, если не в голову попадет, тогда да. Как думаешь, в чем еще нужно прибавить, лично тебе какой? Ну, конечно, реализация момента, есть моменты, надо забивать, побольше бросать. Бросков у меня нет. А физическую форму набрал уже полностью? Спортивную выдали, а физическую пока это... В психологическом плане немножко не волновался? Ну, было, конечно, все-таки первая игра. Ожидание было, большая ответственность. Давление все зайдет. Конечно, есть. А вы знакомы были с партнерами по звену? Вот да, да, мы встречались, пересекались не в одной команде, но мы пересекались. Вот мы еще в раздевалке встречались. А в Атаве с Зубовым встречались? А? В Атаве играли? Нет, нет, там не попадалось. Ну вот казалось, что душно. Ну, для меня сегодня все было и душно, и медленно, и ледный такой, и клюшка, и шайба почему-то квадратная какая-то. Все было в одном. А это из-за чего? Ну, как думаете? Длинный отпуск был. Павел, вы играете на фланге, и Зубов выполнил вот рентгеновую функцию. Да, да. Она ну, не за нас, а как бы, в команде такие есть. Как бы, за меня, конечно, подчищать надо было много. Но это связано с тем, что все-таки первая игра. Дали мне возможность чуть-чуть хотеть. Как бы. Так, он здорово играл, очень уверенно, как бы, очень... Мы говорили, что какое-то впечатление получите, когда сыграете. Вот главное впечатление от этого от сегодняшнего матча. Вот. Да гол не засчитали, вот осадок остался, да. Атмосфера как вообще на трибунах по сравнению с НХЛ, наверное, сложно сравнивать? Сравнить сложно, конечно, это все-таки первый матч. Честно, очень порадовало, что много болельщиков было. Конечно, не полный стадион, но сиденье раскрашено, такое ощущение было, что полный стадион. И, наверное, все-таки было трудно обращать на внимание. Свои какие-то задачи решал, потому что первая игра, опять же, ответственность, желание огромное показать, проявить. В целом, как можно соперников оценить? Очень хорошая скоростная команда, как бы, с хорошей защитой. Были моменты, не реализовали вратарь, у нас здорово отыграл. Со времен прошлого Лакау сильно изменился? Я, наверное, постарел просто, медленнее стал. Да, конечно, изменился. Намного стал скоростнее игра. Но опять это трудно судить после первой игры. Так что хотел бы, дайте мне 3 года, я вам скажу. Хотел бы, чтобы больше в большинстве выпускали. В большинстве хотелось бы, конечно, но надо удаление зарабатывать, тогда будет больше большинства. А так все по делу как бы. Брагин что не сказал после игры? Почему тебе? Только вы меня перехватили, окружили, прижали к стенке, пока только от вас все слышал. Что хотел бы услышать от него? Хотелось бы, чтобы... Ну, завтра будет день, как бы завтра все сейчас успокоится, я думаю, мы пообщаемся, что-то сделаем, какие-то выводы. Угу. И... Да. Ты, я, может, прошел вас что-то? Как... Да, спроси, кстати. Да. Есть какие-нибудь вопросы? Ну, конечно, пожелания. Есть. Как со стороны все вообще, как вам нравится уровень КХЛ изменился? Правда ли, что вам форму не дали в ЦСКА? Хоккейную? Да. Хоккейную, я со своей формой. Я уже давно со своей формой езжу. А спортивную выдали? Подождите, ну, трусы вот эти, шорты? Шорты вот на мне, все выдали, все, спасибо. А хоккейную форму я со своей уже давно. Так что я уже притер. Как ты узнал, что сегодня играешь? Вчера ты говорил, что еще не в курсе был? Нет, как бы уже мы, у нас был план, так что мы одну игру пропустим, когда не получилось. А на эту игру готовимся. Паш. На ходынку готовимся. Как тебе сказать, на ходынке интересен, да, чем маленький? Я еще там не играл, мне трудно съесть. Паш, а повтор смотрел там против регламента? Успел посмотреть повтор на Дубове, да. Но я говорю, очень расстроился, что не засчитали. Ну, может быть, хоть попаду куда-нибудь там какой-нибудь неудачный хайлайт или еще. Сейчас были на трибунах футбольные ЦСКА, тренеры, они говорили, вот такого у нас команды. Да? Не, серьезно, Слуцкий пришел за матч.